Дарья Ивановна, и последний вопрос, он более актуальный по всем средствам массовой информации. Это по эпидемии гриппа в дошкольных, школьных учреждениях. Что у нас в Бельцах происходит по этому сегменту? Министерство здравоохранения с 12 числа началось распределение вакцин по вакцинированию против гриппа. Начиная с понедельника, если мы получим, мы тоже начнем. Мы поставим в известность все лечебные учебные заведения. Желательно, чтобы и в примарии то же самое был соблюден этот график, мы его приготовим, потому что по анализу прошлого года у нас, к сожалению, из-за отказа большого количества работников примарии, количество болеющих и прибывающих на листе, на больничном листе увеличилось почти на 14 человек дней. Это очень много, и поэтому мы готовы на сегодняшний день. Какой будет результат, мы не знаем, потому что, конечно, это нужно было делать месяц тому назад. Но мы зависим в данном случае от государства. Бельцы получат 10 тысяч доз. Общей стоимостью около 45 тысяч долларов. Дарья Ивановна, вы синхронизируете свою работу, собираете определенную информацию с Татьяной Дубецкой, начальником управления образования, чтобы иметь информацию по каждой школе в статистическом параметре, сколько уже детей сегодня в школе пришли на лекции. Потому что я беру сравнительно. Мой сын, например, пошел в школу сегодня, из 20 учеников только 6 пришли. Остальные дома с температурой и с явными признаками вируса. Ну, официально регион в Молдавии есть, в Кишине уже зарегистрированы клинические. Потому что, значит, должно быть подтверждение клинические лабораторные. У нас на сегодняшний день еще ничего не зарегистрировано. Но во всяком случае все наши медицинские учреждения должны быть предупреждены и подготовлены к этому. Если все это как бы уже будет развиваться в другие вирусы. Знаете, надо быть подготовленным. Ну, мы, в принципе, были в ожидании еще первого числа этих вакцин. Это хорошо. Чем быстрее оно придет, тем будет более эффективно.